шум. Это в Даниной комнате такой шум. Он, ну посмотри. Какой у тебя здесь беспорядок? Ты знаешь, Даня, если ты так будешь смотреть за своими игрушками, они уйдут от тебя, потому что игрушки любят, когда за ними ухаживают, аккуратно их слаживают. А у тебя здесь что происходит? Ну, играться же нужно как-то более аккуратней. Это действительно, Даня, вай. Так, я пошел смотреть. Пока Даня смотрит мультик, начну здесь Последние. А кусовики где мои? Как мило, мама, что нужно складывать его, а я не помню. Thank you.
А почему это ты будильником играешь? У меня просто нету никаких игрушек. Я их не складывала, не смотрел с ними, и они от меня убежались. Даня, да ты все не так понял. Просто я решила у тебя в комнате убраться. И все твои игрушки перенесла в другую комнату. Я сейчас заубираю в комнате, и мы вместе пойдем их служивать. Ну, да, все игрушки. И попугайчик. Класс! Ты здесь рассматривай свои игрушки, проверяй, все ли игрушки на месте, а я пошла доубираю. Если такой будет робот нападать на твои машины. Я супер-робот! Нет? Это Дубай. А ты будешь строить город Дубай. Вот так вот, ребята. Я желаю, чтобы все ухаживали за своими игрушками. Ну, мало ли, что там случится. Дверь не открывается. Так что до новых встреч!